достаточное количество времени переехавшие в сочинцы. Счет более чем комфортный. По идее, если не допускать серьезных ошибок, то можно долгое время отталкиваться от этого счета. Зафиксированы, менялись мячами уже на старте. И Тюмень проигрывает Хабаровскому СКА 0-1. Там перерыв. И перерыв же вот-вот закончится в поединке Шинник-Химки, который проходит в Ярославле. Еще впереди Авангард Ротор, Тамбов Краснодар 2, Мордовия Сибирь. Те организованных. Вот Косинчук сейчас пробивал совсем не так давно, подключался к атаке. И он-то вышел на замену тоже как атакующий футболист, родом из Ашхабада. Именно в плане переживания вот всех этих серьезных эмоциональных, прежде всего, нагрузок, поскольку вот сейчас опять вышли футболисты молодежного состава еще в большей степени. У Скроботова хотя бы был опыт выступать, возможность пробить побыстрее. И должен пользоваться, конечно, Гойл, потому что время идет. Сейчас самое главное — это попытаться хотя бы забить один мяч. Никто не хочет разгрома, никто не хочет уходить в сухую вообще с футбольного поля, когда уже третью игру, получается, 5 таймов подряд не может забить «Зенит-2». Атака правым флангом. 5 ворота Гойла, но помогают здесь защитники. Во что бы то ни стало, да, борется Синяк, и только он спас команду в этой ситуации. Но в итоге четвертый мяч — штанга, что-то немыслимое происходит уже дальше. В контрвыпад должен помянуть. Есть Михаил Коваленко, есть Душан Лагатор и Иван Миладинович. Люди с балканскими совершенно очевидным образом кровями. Ну, если Миладинович, он центральный защитник сербский, то затем передача на левый фланг. А здесь еще один пас. Мяч укатывается за пределы поля и выбивается вместе с оказавшимся на пути защитником. Один футболист, перешедший из молодежного состава, это Максим Бачинский. И на какой позиции он будет играть, сейчас разберемся. Но, конечно, это все тоже попытка укрепить линию созидания. Ужасающее порой впечатление оставляет игра «Зенита-2» сегодня. Таких матчей даже в прошлом сезоне особенно не припомню. Хотя бывали и разгромы, и 4, например, от Курского «Авангарда», который до финала Кубка России дошел. Здесь, кажется, рукой Косинчук, вышедший на замену, мяча коснулся. Молчан и Сергеев, не так уж и редко игравшие вместе за молодежную команду, но слишком юный коллектив, слишком тяжело вытащить подобный матч. Должна быть здесь матерость, такая неприкрытая мускулинность, потому что в соперника, который ведет у тебя 3-0 и явно превосходит по опыту, да и, в общем, с мастерством все в порядке. Нужно вгрызть чук, так что какой-то жест, незримый фэрплей, возможно, здесь не доделал, не допоказал «Зенит-2», но один ответный мяч есть, Воробьев забил, возможно, проснется что-то похожее на кураж, возможно, сила прецедента все-таки сработает, но пока Сочи полностью контролировал ход матча. От Воробьева пропустил Заболотный. Николай Заболотный, которому 28 лет уже в этом году исполнилось в апреле. Все мы помним, как ждал какое-то время своего шанса в «Зените», но уже в 2010 году оказался в московском «Спартаке», где у него голы, голевая передача, ворота ЦСКА, были мячи Краснодару. Два раза, причем, «Быкам». Неудивительно, что именно в их составе он в итоге оказался. Но никогда много не забивал. Вот так просто повелось. Супер результативным форвардом не был нигде. Ну вот и в «Балтике» совсем недавно обретался. Но так тоже всерьез заиграть не получилось. Хотя родом-то он как раз из этого региона. Ну вот сейчас держит мяч футболист «Зенита» молодежного. Но опять приходится именно отталкиваться от своей штрафной. Потому что вариант, помним, в разных ситуациях в своей жизни оказывался Александр Горшков. Но, смотрите, какой перехват, передача, отборолся и почти выцарапал мяч в этой ситуации. Тут это Бурмистров был, помнится. И от Абаева, Казакова и Плетнева что-то может зависеть. Больше того, что-то должно измениться. Перебрасывает мяч через соперника уже Гойла. Рисковать так рисковать. Ну, хотя здесь грандиозной, конечно, рискованности не присутствовало. Мусай. Кого нужно вбрасывать поскорее? Мы тем временем вспомним, что на стадионе Петровский сыграет еще и основной состав «Зенита» в ответном матче 16 числа в Лиге Европы. Шанс, удар, опять спасает Заболотный. Вот эти моменты будут вспоминаться еще долго. Ну и здесь уже свисток. Быстро на газон, об этом некогда думать. И мяч скачет к Гойлу, который выскочил из ворота. Чего там ждать, действительно, уже грудью сбрасывает Сергеева, потом дальше передача, развернуться. Автор четвертого в этом матче забитого мяча.
и своего собственного второго. Проникающий пас, пас пяткой под удар. И спасают в этой ситуации уже руки Гойла. И снова он же...